Медальерное искусство является самостоятельным направлением в мелкой пластике. По сути дела, в России искусство медали было известно по привозимым из Европы образцам в качестве дипломатических даров. И начало самостоятельного медальерного искусства относится к второй половине XVII века, к времени выпуска первых портретных рублей с изображением царя Алексея Михайловича. Позже, в конце XVIII века, царь Петр Алексеевич по образцу европейских дворов стал отмечать все крупные события в России заказом и выпуском отдельных медалей. Медаль обычно состояла из изображения государя на аверсе. Они были подчеркнуты презентативные, торжественные, и изображением событийного содержания медали с реверса. Надписи располагались по периметру медали или в его обрезе. Изображение государя на медали принадлежало как европейским мастерам и послужило толчком к развитию русского медального портрета. В собрании музея «Новый Иерусалим» представлена небольшая коллекция русской портретной медали с начала XVIII века и до середины XIX века. На некоторых медалях мы видим изображение императора Петра I, его дочери Елизаветы Петровны, императрицы Екатерины Алексеевны, ее сына Павла Петровича с супругой Марии Федоровной, изображение императора Александра I, портреты Николая I. И завершает рассказ о русских медалях медаль с изображением императора Александра II Екатерины Великой, посвященной столетию учреждения ордена Святого Георгия.